что художница выставляет свои работы без рам. Когда я спросил автора, с чем это связано, она ответила, что рама ограничивает энергетику, идущую от картины, мешает выходу энергии. Юлия называет некоторые имена своих любимых художников, которые оказали влияние на ее творчество. Это Василий Кандинский и Марк Шагал. Цветовые эксперименты первого и невероятность сюжета второго не могли не повлиять на воображение художника. Именно поэтому из красочных взрывов в композициях Юли рождаются цветы, напоминающие созвездия, оперение птиц, россыпи самоцветов, небесные тела, напоминающие фантастические растения. Автор дает свободу воображению зрителя, рассматривая картины «Много новой жизни», «Одуванчик», «Любовь», «Путешествие к истоку», мы можем домысливать, настраивать сюжеты этих картин, видеть человеческие фигуры во взаимодействии между собой и с природой. А сейчас я хочу предоставить слово самому автору Юлии Снеговой. Пожалуйста, Юлия, вам слово. Потому что картина, они с каждым начинают взаимодействовать по-своему. Каждому они дают то, что